Линейка на эту сторону должен быть ровно, на эту сторону должен быть 8, минимально, максимально 12 миллиметр. Вот это зазор здесь. И после вот этого диск должен быть ровно. Сейчас идем поближе линейка на вот этот болт и посмотрим, он ровно, либо не ровно. Как видно, у нас диск не стоит правильно. У нас здесь стоит есть 27 миллиметров, все равно он как еще хочет вот так. Совсем неправильно. Как это можем исправить? Это совсем легко, элементарно. Берем головку на 8 миллиметров. И здесь у нас есть 4 болты. На левую сторону вот это болты, у них внутри пружинок. Здесь должен видно, вот там внутри пружинок. Когда болты мы закрутить будем, а диск у нас идет далеко, как болт. Вот так, а диск идет далеко отсюда. Аккуратно здесь надо. Как делаем один, делаем тоже на второй. Болты я закрепил. Сейчас проверим диск. Я обычно на эту сторону люблю поставить там около 10 мм кусочку плитки, либо любой кусочек дерева, что она была вот здесь нормально. Вот и 10 мм. И поставим здесь. Очень важно, что это был самый край. Сейчас проверим диск. Идем назад на это. Делаем вот так, что диск не должен трогать линейка. Значит, у меня настройка окей. Он так будет работать хорошо. Очень важно, что диск сзади не трогает. Вот почему нужен все вот эта регулировка здесь на болты, что диск идем уклон чуть-чуть. Вот это болты 1 и 2, они как один вместе, они фиксатор. Когда мы нашли на это болт, на толщина, на какое качество мы хотим делаем, потом будем закроем вот на это, что она не гуляет, не уходит наверх и вниз. Что значит, когда мы нашли? Примерно плитка бывает разная, бывает рельефная, бывает здесь фабричная фаска. И диск нужен поближе, либо вниз. И мы вот на это три гайки, вот один, два и три. Вот их понятно, потому что у них есть вот такая штука. Мы делаем, как у нас устраивает это здесь, и все, потом идем дальше. Один раз это делали, и все. Вот здесь сейчас на эта гайка, это градус. Мы когда нашли градус, здесь покажет тоже, здесь номера, примерно я устраиваю там 45-46 градусов, стоп, вот это здесь и закрою. Вот это болт, она тоже на другую сторону есть, это два болта, одну функцию. Сейчас осталось еще вот это болт, он для заглушка. Эта заглушка тоже она вот здесь и здесь. Два гайка, одну функцию. На эту заглушку возможно добавить здесь пылесос, работать с водой и поставим здесь вот так. Есть еще пылесос, что он работает с водой и сухой. Ну, если у вас такой пылесос, поставишь это и лучше. На эту гайку мы понятно, 1 и 2 и 3, они как вместе работают. Потом вот это мы тоже понятно, это градус. Потом мой еще был вот это, она для заглушка. И у нас сейчас осталось еще одну гайку здесь посередине. Она нужна, когда мы будем резом не 45 градусов, круглая. Когда хотим, делаем такой результат. Вот такой. Такой результат возможно сделать только на такой диск. Ну, видео будет следующее. Насколько мы поняли, у нас Джулиэч готов на работу. Это артикул 37А3D. Болгарка рекомендует, что должен быть не меньше, чем 1000 Вт. Если с регулировкой, она лучше работает. Ну, здесь надо всегда по максимально скорости. Ну, бывает редко, что возможно регулировка. Еще есть такой момент. Бывает, что дают вибрации на этот аппарат. Вот эта штука здесь, она бывает, что идет как эксцентрик. Мы увеличиваем, что 5 см, она еще больше. Вот эта вибрация никогда...
на мой опыт не получил, что из сам аппарат. Это всегда из болгарка. Если вы меняете, попробуйте разные болгарка, значит найдете болгарка, что подходит. Устанавливаем болгарка, нажимаем здесь стопор и на другую сторону поставим ключ. Обязательно ремень поставим. Так, много раз вот эта кнопка бывает либо здесь, либо здесь, либо вниз, что вообще нереально. Просто вы откроете здесь 4 самореза, и вот это дело, что кнопка был вот это здесь, удобно. Когда будем работать, делаем 45 градусов фаска, плитка должен был фабричная сторона здесь. И еще. Плитка от стол не должен сильно торчать, потому что она будет вибрация. Насчет этой вибрации, возможно, будет скол. Торчат от стол, может, там 2-3 сантиметра, ну, под толщина плитка. Если плитка примерно 5 мм, это 2-3 сантиметра, это уже много. А если больше, чем 10 мм, 2-3 сантиметра нормально. Примерно вот так нормально будет. Ну, минимально торчишь от стола, это будет лучше. Внимание, пожалуйста, здесь стрелка покажет 45 градусов. Значит, аппарат отсюда идет под плитку вот так. Если у вас аппарат будет установить где-нибудь стол, значит, плитка идет отсюда вот туда. По идее, плитка идет навстречу стрелка. Несколько раз люди делают вот это наоборот. Если вы вот это будет работать наоборот примерно, вот эта плитка идет вот это здесь, она посередине диск потом начинает там трогать плитка, и вы через 15 сантиметров будет диск деформировать, испорченный диск. Если плитка больше, чем 8 мм, рекомендую работать на диск 75V. Если меньше, чем 8 мм, рекомендую работать на 75C. Толщина диска 1 мм и 3. Не рекомендую работать на диск тонкий 1 мм. Так. Когда работаем на этот аппарат, очень важно, что здесь не сломаем угол. Что надо делать, что этот угол не сломаем? Мы идем здесь ближе, здесь хорошо видно диск, и откроем аппарат, идем пару миллиметров вперед, и идем как шлифовка. Вот так. И шлифуем вот этот угол, и потом идем вперед. И то же самое до конца сюда. Еще один момент. Если мы держим вот это вот так, у нас легко возможен такой эффект. И первые 5 сантиметров, возможно, получали не тот, как вы хотите, и тоже последнее. Надо держите прямо вот это здесь. Идем вперед. Если вы не уверены сильно это, возможно, еще такой кусочку плитка поставь сюда, и это будет намного-много легче. И вот все равно держит оба руки вот туда. Когда плитка идет на это место, возможно, оба рука потом вот так. Сильно-сильно не надо нажимать. Прямо как хотите, чуть-чуть толкая сюда. Считай на пальчик. Потому что если вы нажмите сильно, он не сможет идти вперед, потому что вы нажимаете сильно вниз.